Всем привет! У нас сегодня в обзоре ручной тактический фонарик от фирмы Clarus, модель P2A, который светит на очень большое расстояние. Ну а теперь немножко подробнее об этом фонаре. В модели P2A светодиод Cree XPG-R5 LED. Время непрерывной работы составляет до 50 тысяч часов. Работает данный фонарик от двух батареек типа 2А. Материал корпуса авиационный алюминий Military Grade. Размеры составляют 155 на 23 мм. Также в данной модели имеется большая кнопка, которую легко использовать как в перчатках, так и без. Плюс ко всему имеется клипса, которую можно легко переставить на любую сторону или же просто снять. В комплекте с фонариком идет вот такой вот шнурок, который цепляется на заднюю часть, и кнопка. Плюс ко всему в модели имеется класс защиты под названием IPX8, который позволяет работать с этим фонарем на глубине до 2 метров. В данном фонарике имеется три режима работы. Первый режим – это 20 люменов. 20 люменов фонарик работает 33 часа. Другой режим, переключаем, это 245 люменов. В этом режиме фонарик работает 1 час. Чтобы переключить режим, надо повернуть верхнюю часть фонарика в сторону, и тогда режимы переключаются. Также имеется третий режим, это полунажатие на кнопку Power, и тогда включается свет. Полунажатие. Вот и все. И не забывайте, огромный выбор тактических и не только фонарей имеется на сайте mandrivnet.com.ua.